Привет, дорогие друзья, подписчики, геймеры и гости канала, и все, кто находится по ту сторону экрана. У микрофона, как всегда, Илья, это наш игродень, и мы продолжаем снимать разного рода интересные игрушки. Сегодня мы поиграем в игру Get Access, это замечательная головоломка, которую я показывал еще в декабре, по-моему, прошлого года, или даже в ноябре она у меня осветилась. Собственно, я решил запилить по ней летсплейчик, где вместе с вами мы немножко в нее поиграем. Начнем с самого начала залипать в эту игру и посмотрим, если много лайков наберем, то, может быть, еще потом продолжение снимем. Итак, ну что ж, вот так вот нас встречает игра. Давайте коснемся наконец-то экрана и начнем наш проект. Итак, как видите, у нас тут есть такая вот комната, которую мы можем крутить, ищем разные элементы и тому подобное, и должны, собственно, здесь мы собрать нашу машину времени. Итак, привет, добро пожаловать в игру. Окей, давайте начнем искать здесь разного рода интересные штуки. Итак, мы находимся в нашей комнатке. Так, я нашел прототип Free Tool, окей, давайте его возьмем. Нет, кстати, мы его взять не можем. Мы можем его только рассмотреть, ладно. Давайте сейчас смотреть вообще все, что здесь есть. Вот вообще многие моменты можно нажимать, крутить, вертеть и так далее. Окей, так. Ящички. Вообще я немножко проходил начало, поэтому примерно-то представляю, что нужно сделать. Вот эту отверточку мы возьмем, она нам точно пригодится. Также здесь есть вот такой вот моментик. Так, здесь у нас есть разгадка к разным головоломочкам, которые чуть позже нам с вами нужно будет использовать. И тут же, кстати, на обратной стороне можно заметить циферку 3. Ладно, окей. Так, смотрим, что у нас тут еще есть. Есть какой-то вот синий ящик, но он заперт, нужен ключ. Так, снизу ничего нету больше дельного. Но я думаю, что тут просто мы используем отвертку. Давайте откроем вот этот вот небольшой синий ящичек. Посмотрим, что у нас там внутри. Ага, а там у нас как раз-таки кнопочка, да, по-моему? Красная кнопка, окей. Хорошо. Так, смотрим. По сути, здесь больше вроде ничего такого интересного для нас и не наблюдается, поэтому давайте будем находить выход отсюда. Нажимаем эту кнопочку. И открыли ворота. Отлично. Давайте пойдем на улицу. А вообще, игрушка на самом деле прикольная. Я ее, говорю, снимал для топов, и вот решил летсплейчики поснимать, потому что игра на самом деле очень качественная, классная. Она, кстати, есть как на Android, так и на iOS девайсе. Так, давайте немножко звук мы убавим, чтобы не сильно громко было. Так, зеленый игровой... паровой вентиль. Ага, пока мы его не можем никак взять. Ну, ладно, давайте отодвинем вот этот синий ящик. Я думаю, там что-то за ним должно быть. Да, так и есть. Тут есть за ним хард-код-бар. Ключ-карта от хард-код-бара. Окей. Хорошо. Здесь у нас еще есть замочки, но мы тоже пока их открыть, к сожалению, никак не сможем. Ладно. Давайте смотреть, что у нас тут есть еще. Канистра, ну под ней ничего. И тут вот запертая дверь получается. Хорошо, давайте смотреть. Ага, вот и первая, кстати, загадочка. Давайте попробуем собрать. Я тут понимаю так, что нам нужно собрать 4 контакта. В принципе, это на самом деле не так и сложно должно быть. Давайте попробуем по-быстренькому это с вами сделать. Так, первый контакт есть. Давайте пойдем дальше. Я думаю, что теперь вот так вот синий нужно контакт сделать. Ага, синим разобрались. Так, по поводу желтого мы сделали, синий мы сделали. Давайте теперь по зеленому посмотрим. Так. Так, 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 так. По зеленому мы идем в левую сторону. Зеленый я собрал, хорошо. Синий тоже отлично у нас работает. Осталось только с красным разобраться. Так. Так, мы немножко сломали, да, получается, один из элементов сейчас. А, нет, все нормально. Все, с красным мы тоже разобрались и... судя по всему, мы открыли, да, дверь? А, нет, дверь пока что заперта, хорошо. А, ну у нас активировался вот такой вот ключик. Здесь у нас получается 4 палочки, которые мы должны сейчас выстроить в правильном порядке. И этот момент, мне кажется, я знаю, где мы видели. Кстати, смотрите, ребят, тут есть еще одна цифра, как раз-таки вторая, это 6.
Там, как помните, в нашей комнате мы, получается, смотрели, циферка, по-моему, была 3, да, вот здесь вот на обратной стороне, да, там была 6. Ну и тут же, кстати, можно заметить вот эти вот палочки, сверху они находятся, в правом верхнем углу, у нас получается первая палка большая, следующая среднего размера, потом снова большая, маленькая и опять средняя, то есть большая, средняя, большая, маленькая, средняя. Вроде бы я запомнил. Поехали. Вообще память у меня на самом деле не самая лучшая, но давайте попробуем. Ставим большую, среднюю, большую, маленькую, вот так, по-моему. Ну вот это вот нормально, да, я только что вам перечислил, как нужно сделать, и тут же забыл. Давайте снова туда, возвращаемся. Да, нам нужно же вот сюда, получается. Давайте еще раз посмотрим. Так, большая, средняя, большая, маленькая, средняя. Окей. Еще раз. Большая, средняя, большая. Большая, средняя. Так. Большая, средняя, большая, средняя, маленькая, средняя. Отлично. Фух. Хотя бы не забыл, потому что на самом деле это, может, со стороны вам кажется, что легко, но это не так. Так, отлично. Мы открыли дверь, и мы сейчас имеем доступ в этот самый подвал. Тут на самом деле много всего. Мы должны, видимо, открыть вот эту вот дверь. Но тут нам, во-первых, горячий пар мешает. Кстати, смотрите-ка, я только что... вентиль один взял. Тут же у нас есть компьютер, который мы что-то можем сделать, но пока непонятно, что с этим нужно сделать. Окей, я так думаю, вентиль нам нужно вот сюда поставить. А чтобы отключить пар, я думаю, что нам нужно поставить все вентили, которых тут не хватает. А тут не хватает, на самом деле, их прилично. А, ну и в целом пока все, ладно. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, что у нас здесь еще имеется. Есть еще одна дверь, она тоже заперта, но мне кажется, это как раз-таки ключ-карту мы и заюзаем, и туда зайдем. Супер! Это как раз-таки и есть тот самый бар, от которого мы взяли с вами ключик. Так, тут у нас какой-то снова шифр от лифта. Lift tool. Хорошо, есть две комнатки. Автомат В, да? Так, опа, отлично. Мы нашли какую-то лампочку. Ультрафиолетовая лампа, возьмем ее. Возьмем, кстати, еще один вентиль. А вот это вот что такое? Это же явно тоже можно взять. Или нет? Да, вроде нельзя. Ладно. Так, есть еще автомат Polybus. Но автомат нужен картридж. Так, тут что у нас сверху? Какая-то карточка. Ключ-карта от гаража. Ключ-карта от гаража, ладно, оставим пока ее. Зайдем в бар. Так, хорошо, вот мы попали в бар. Тут у нас есть бармен. Привет, бар уже закрыт, если не занят, помоги мне собрать грязные стаканы в зале. Хорошо, давайте попробуем это сделать. Я вот вижу, тут у нас на столике полно разных стаканов, давайте их возьмем. Вообще игрушка прикольная, на самом деле. Я говорю, немножко я ее проходил, когда снимал для топов. Но вот хочу, наверное, ее пройти полностью. Надеюсь, что соберусь с мыслями и смогу это сделать. Так, давайте попробуем с этими стаканами разобраться, все ли я взял. Так, вот еще один на полу стакан. Огромное спасибо. О, отлично, мы взяли ключ-карту от комнаты 103. Так, ладно. Давайте пойдем туда. Комната 103 у нас как раз таки вот здесь находится. Давайте попробуем открыть. Так. Тестер состава смеси. Ой, вообще без понятия, для чего это может пригодиться, если честно. Ну ладно. Так, тут мы можем мебель, да, двигать, получается.
Я взял какую-то книгу, чуваки. Коктейльная книга бармена. Непонятно, зачем она нужна. Так, тут какие-то звуки. Мы можем включить, получается, фонарик. О, книги. Так. Попробуем поставить их в порядке возрастания. Может, так нужно сделать? Так, возможно, сейчас занимаюсь какой-то ерундой, не факт, что это нужно было делать. Поставил, ничего это нам пока не дало. Ладно. Так. Комната 102 у нас нам пока недоступна. В Полибус мы тоже пока поиграть не можем. Нам нужно найти... Ну-ка, стойте-ка. Так. Интересно, тут что такое красненькое? Нужно ли это брать? Так. Мы нашли еще один вентиль. Давайте его поставим, наверное, пока что. Вообще, вентиль... Тут очень много надо этих вентилей найти, чтобы нам все это сделать, чтобы это, чтобы отключить этот самый пар. Так, ладно, ладно. На самом деле много всего мы тут уже нашли. Так, в комнате, я думаю, тут больше ничего нету годного. Тут, наверное, ничего нам не нужно. Но, в принципе, как-то вот так. На самом деле, игрушка большая, тут надо долго залипать. Но я думаю, что суть вы поняли. Напишите в комментариях, как вам. Интересно ли вам посмотреть от меня дальше продолжение. Если будет много хороших лайков, комментариев, то обязательно устроим такую движуху. Пока могу сказать, что игрушка весьма интересная. Поэтому попробуйте поиграть тоже. Ссылочки все в описании оставим для вас. Ну, а так у микрофона был, как всегда, Илья. И скоро мы увидимся уже в новых видео, так что до встречи. Пока.